Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании RS. Серия J8.1 на цоколь H11 с температурой свечения 4500 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находится инструкция по установке, также характеристики данных ламп и две светодиодные лампы. Лампы мощностью 25 Вт. Практически полностью из металла сделаны, кроме посадочного цоколя, он из пластика. На каждой лампе используется по 6 светодиодов высокой интенсивности. Имеется пассивная система охлаждения в виде радиатора. Подключаются лампы на питание как 12, так и 24 вольта с помощью стандартного разъема для подключения питания. На проводе подключения нет никаких дополнительных драйверов, что заметно упрощает установку и замену ламп под капотном пространстве, где очень мало места. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем 12 вольт. Вот так вот отсвечивает лампа, довольно-таки яркая. Мощность этого потока заявлена 4000 люмен в данных лампах. Цветовая температура 4500 кельвинов. Как мы видим, желтым оттенком световой поток. После установки таких ламп в автомобиль нужно обязательно выставлять правильную светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.